Сегодня кто-то продавал на перекрестке счастье. Оно лежало среди крючков и старых ярких платьев. Среди усталых пыльных книг, среди кисточек и мела. Оно лежало и на всех неверяще смотрело. Народ шел мимо. Редко кто вдруг подходил к прилавку. Купить брошюрку, календарь, иголку, нить, булавку. И равнодушный взгляд скользил по глупой мелочевке. А счастье так просилось в дом, так робко и неловко. Моляще поднимала взгляд, едва-едва пищала. Но кто-то мимо проходил, счастье замирало. Темнело. Я брела домой, в карманах грея руки. Торговец собирал товар, чуть напивал со скуки. Я бы прошла, но вдруг задел молящий и печальный, беспомощный, несчастный взгляд, как будто вздох прощальный. Я подошла, а за окном пластмассовой витрины комочек маленький дрожал от горя и обиды. Комок устал, замерз на этой стуже. Но, к сожалению, комок был никому не нужен. И сколько стоит? Голос мой дрожал от напряжения. Что? Это? Это? Да бери, оно одним мучением. Я бережно взяла комок, к груди его прижала, закутав в складочки пальто домой, почти бежала. Бежала греть скорее, скорее в тепло с морозных улиц. И даже блики фонарей как будто улыбнулись. И улыбался белый снег и небо. Мир смеялся. Нашелся все же человек, что счастьем не кидался. Я принесла комочек в дом, и стало вдруг понятно, что никому его не дам и не верну обратно.